Мы с вами находимся в Ленинградской области, в поселке Тайцы. Здесь Александр Григорьевич Демидов, сын Григория Акимфича, выстроил блистательный усадебный ансамбль. Создателем этого ансамбля стал его зять Иван Егорович Старов. За моей спиной вы видите прекрасный пейзажный горбатый мостик. А вот и сама усадьба. По сути, это был настоящий демидовский Петергоф, ну разве что без фонтанов. Однако не стоит забывать, что в основе его лежал труд сотен и тысяч крепостных крестьян, согнанных на демидовские заводы. Именно на жизнь Александра Григорьевича приходится главное социальное возмущение второй половины 18 века – Пугачевское восстание. И о нем мы сегодня также поговорим. Скажем честно. Александр Демидов был не такой яркой фигурой, как его прадед, дед, отец или тем более чудаковатый дядя Прокофий. Но благодаря предкам он занимал такое место в обществе, что оказался участником главных перипетий эпохи. Его жизненный путь прямо или косвенно пересекся с Екатериной II, Потемкиным, Емельяном Пугачевым, лучшими скульпторами и архитекторами империи и даже, правда заочно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. История Александра Демидова – это история России рубежа 18-19 столетий. Александр Григорьевич Демидов был старшим сыном Григория Акинфича Демидова, внуком Акинфия и правнуком основателя династии Никиты Демидова. Можно с уверенностью сказать, что его поколение, в отличие от поколений предков, уже полностью ощущало себя органичной частью столичной светской знати. Сам Александр Григорьевич прожил всю жизнь в счастливом браке с красавицей Прасковьей Алсуфьевой, дочерью Матвея Дмитриевича Алсуфьева, сподвижника Петра I и обергофмейстера Екатерины I. Его старшая дочь Софья вышла замуж за графа Головкина, а сын Григорий женился на княжне Лопухиной. Детство Александра Демидова прошло в селе Красном, под Соликамском, где его отец Григорий Демидов устроил первый в России частный ботанический сад. Помощь в уходе за этим садом, чтение и домашнее музицирование были основными занятиями мальчика. Когда Александру исполнилось 14 лет, отец отправил его, а также двух его младших братьев Петра и Павла, на учебу в Европу. Эта поездка продолжалась более 10 лет. Для начала они поселились в Ревеле, где 2 года изучали иностранные языки. Затем переехали в Германию и поступили в Геттингенский университет. Здесь в течение 4 лет братья получали общее образование. После окончания университета братья Демидовы обучались во Фрейбургской горной академии, где осваивали основы металлургии и горного дела. Ну а затем была практика на рудниках и заводах Чехии, Словакии и Венгрии. Потом 9-месячный отдых в Женеве, где братья штудировали французский язык, посещали театры, оперы, музеи и даже познакомились с Вольтером. В Италии они изучали историю искусств, во Франции светские манеры. Живя в Париже, братья брали уроки танцев, музыки, верховой езды и фехтования. В Голландии, деловом центре Европы, они учились основам финансов. В Великобритании они учились в Оксфордском университете, а также осваивали технологию создания лучшей в Европе английской литой стали. Для общего развития они путешествовали по Дании, Швеции и Норвегии, а в 1761 году через Ригу вернулись в Россию. По настоянию отца братья вели дневники. Это позволяло им не забыть родной язык, а для того, чтобы отец мог контролировать процесс обучения своих сыновей, они регулярно писали домой письма, прикладывая к ним собственноручно выполненные переводы на английский, немецкий и французский языки. После смерти отца, которая случилась всего через 3 месяца после их возвращения, братья согласно и полюбовно разделили наследство. Александру достались медиплавильные Суксунский, Бымовский, Ашапский, Молотовый Шаквинский, Кожевенный Тисовский и старинный, уже не действовавший, но имеющий фамильную ценность, Тульский завод, основанный в конце 17 века Никитой Демидовым. От бездетного дяди Никиты Никитича Демидова ему, как старшему из племянников, перешли заводы в Калужском уезде. Позднее он выкупил у среднего брата Павла еще несколько заводов и рудников и сам основал Тисовский и Малёбский заводы на Урале, став таким образом одним из самых крупных промышленников России.
этому статусу не помешал даже тот факт, что большинство его заводов серьезно пострадало во время Пугачевского восстания 1773-75 годов. Вопрос про отношение Демидовых к рабочему люду заслуживает особого внимания. Именно с этим семейством связано одно из самых крупных рабоче-крестьянских выступлений в Центральной России в середине 18 века. Речь идет о волнениях в Рамадановской волости под Калугой, где отличился младший брат Акинфия Никитича Никита Никитич Демидов. Современный историк Игорь Юркин сообщает. У женщин от тяжелой работы случилось полсотни выкидышей, а благополучно рожденные младенцы без материнского присмотра умирали. Подушную подать за отправленных на заводы выплачивали крестьяне, сумма ее достигала 1500 рублей. Демидов установил барскую пашню, которую засеивал крестьянскими руками и крестьянскими же семенами. Поскольку большинство крестьян в это время трудились на заводах, ее обрабатывали старики и женщины. Особенно впечатляют описания применявшихся Демидовым кослушникам и жалобщикам наказаний. По словам крестьян, он производил прежестокие и мучительные пытки, подымая на стряски, вкладывая в ноги великие и притяжелые бревна, а в петли ж руки и ноги. Одного посадил в поддомну, на руки и на ноги понабив тяжкие железы. Другого, заклав к плотине, уморил до смерти. Третьего, положа на железе, жег немилостиво. Крестьяне насчитали 20 человек, которых он запытал до смерти, и еще 12 от страха удавившихся и пропавших без вести. Больше 200 человек погибло от мороза и голода. За малое какое в деле неисправление Демидов наказывал кнутом, после чего посыпал раны солью. Следующая пытка поражает своей изощренностью. Заводчик сажает жертву между домен в сделанную там им Демидовым тюрьму, которая выкопана в земли и выкладена камнем в вышину более 6 сажен, и накладывая на руки и на ноги, так уж и на шею 8 пудов цепь, и так в той преисподней морит безвинно. Не исключено, пишет Юркин, что кое-что крестьяне преувеличили, допустим, число пострадавших, но описание так богато выразительными деталями, что картина в целом убеждает. Что касается условий работы на уральских заводах, то они были где-то лучше, где-то хуже, но в целом это, безусловно, была суровая эксплуатация, которая рождала и накапливала недовольство. И когда начался Пугачевский взрыв, многие демидовские рабочие примкнули к войскам самозваного государя. В стороне от восстания не остались и предприятия, принадлежавшие Александру Григорьевичу Демидову. К началу 1774 года войска Пугачева захватили 64 из 120 заводов и рудников Южного и Среднего Урала. Некоторые из этих заводов продолжали работать и снабжали повстанческую армию пушками, ядрами, картечью и ружьями. В кузницах ковали пики и сабли для пугачевцев. Кроме того, захваченные заводы интересовали восставших как средство пополнения денежных ресурсов, а также продовольствия и новобранцев. Деньги из заводских касс поступали в распоряжение штаба, а затем переправлялись в войсковой центр. За все время восстания пугачевцы реквизировали из заводских касс примерно 170 тысяч рублей. Одновременно с изъятием денег уничтожалась вся заводская документация. Трудовые договоры, конторские книги, расписки и долговые денежные письма. Всего восставшими таких долговых записей было брошено в огонь на сумму свыше 226 тысяч рублей. По современным понятиям, Пугачев списывал народу все кредиты и ипотеки. Неудивительно, что к восставшим примкнуло более 6 тысяч заводских крестьян с провизией, фуражом и домашним скотом. В то же время все заводы, расположенные севернее Екатеринбурга, были переведены властями на осадное положение. Те же самые заводские крестьяне, которые на юге вступили в армию Пугачева, на севере мобилизовывались начальством для организации обороны заводов. Такое положение вещей дает основание некоторым историкам говорить о восстании Пугачева как о полномасштабной гражданской войне. Пугачевскими войсками на Среднем Урале руководил атаман Иван Наумович Белобородов. Всего за 1.5 месяца, с декабря по январь, им было захвачено 39 заводов. В их числе в руки восставших попал и Суксунский завод Александра Демидова, который находился в 48 верстах к юго-востоку от Кунгура. Как сообщает известный исследователь восстания Юрий Лимонов, пугачевцы и работные люди не тронули заводских построек. В дальнейшем администрация была вынуждена признать, что заводскому строению и фабрикам никакого повреждения не сделано.
Однако работные люди сожгли все документы, находившиеся в конторе. Было уничтожено на огромную сумму свыше 54 тысяч рублей долговых договоров между администрацией и работными людьми. Пожалуй, особенно драматично. События развивались на Уткинском заводе Александра Демидова, одном из крупнейших металлургических заводов Урала. Здесь имелись две домны, 7 молотов, 19 горнов и 3 кузницы. Помимо чугуна, производились кричное, полосовое, четверогранное, восьмигранное и связкое железо. На заводе работали 996 человек. Завод был обнесен валом и стеной. Оборону здесь держал правительственный отряд в 1000 человек при 15 пушках. Сражение в этих местах вошло в историю под названием «Битвы на реке Утки». 1 февраля 1774 года отряд Белобородова подошел к Уткинскому заводу, но сходу взять его не сумел. Тогда он стал лагерем в ближайшей деревне Курье и, перерезав все дороги к заводу, 9 февраля начал штурм, который продолжался трое суток. Современник так описал конец этого кровавого боя. Около 9 часов по полуночи во всех своих силах вдруг сделали нападение во все утвержденные против них места. Сперва конницу на пруд, чтобы ворваться тем прудом у плотины к конторе. Во-вторых, против стоявшей нашей правительственной главной батареи по Вятской улице. В-третьих, против городской башни. В-четвертых, городской стене в приумноженной силе с превеликим криком и визгом. И первая колонна с уроном обращена в бег. И по такой на нее злости за прудом дворы зажгли. Второй, сержантом Курловым, из 3 пушек столь сильный удар двинут, что злодеи принуждены были оставить свою батарею. Но теми же с пруда злодеями по неосторожности обывателей со огородов ворота были не заперты. Вломясь через дворы на улицу, сержанта Курлова с имеющую у 3 пушках командою окружили с тылу. Курлов был жестоко убит, а завод взят. Однако уже 14 февраля 2 регулярные роты под командованием секунд-майора Фишера выбили восставших с Уткинского завода. С этого момента для пугачевцев началась череда неудач, закончившаяся поражением восстания. 5 июля Белобородов был захвачен в плен в битве под Казанью, а 5 сентября казнен в Москве на Болотной площади. После разгрома восстания Пугачева Александр Демидов принялся за восстановление хозяйства. Рабочих, принимавших участие в восстании, он приказал выселить в Сибирь, а на их место набрал новых. Уже 14 марта 1775 года Уткинский завод заработал вновь. Правительство предложило всем владельцам уральских заводов составить рапортовые ведомости, в которых перечислить разрушения и подлюги, причиненные заводом крестьянской войной. Тут уж фантазия заводских приказчиков заработала на полную катушку. Так, приказчик Суксунского завода Александра Григорьевича, который хоть и был взят войсками Пугачева, но не подвергся ни малейшим разрушениям, запросил у казны 106 462 рубля, перечислив в ведомости даже такие вещи, как 20 пар дверных крючков и петель – 20 рублей, 2 клюки – кочерги – 1 рубль, вьюшка чугунная – 1, 6 сковород – 1 рубль 60 копеек и так далее. Но в правительстве тоже сидели не дураки. Александр Демидов получил от государства на восстановление всех своих заводов всего 30 тысяч рублей. Кроме своей основной профессии – корнозаводчика, Александр Григорьевич Демидов состоял и на государственной службе. В чине действительного статского советника он вместе со своими братьями был членом Берг-коллегии, главного правительственного органа по руководству всей горнорудной промышленностью. Важной частью его биографии считается также участие в работе уложенной комиссии, учрежденной Екатериной Великой. Императрица, ратовавшая за европейский уклад монархии, хотела придать российскому абсолютизму более просвещенный вид. С этой целью 14 декабря 1766 года она издала высочайший манифест, в котором призывала все русские сословия выделить из своих рядов депутатов для создания нового свода законов, так как предыдущий, принятый еще в допетровскую эпоху, давно безнадежно устарел. В итоге комиссия состояла из 564 депутатов, 28 из них представляли правительство, 161 – дворян, 208 – горожан, 54 человека – казаков, 79 были от крестьян, 34 депутата выражали интересы иноверцев. Одним из депутатов был Александр Григорьевич Демидов.
Несмотря на всеобщие благие намерения, толку от этой комиссии было немного. Ее работе помешала начавшаяся в 1768 году русско-турецкая война. Заседания комиссии неоднократно то отменялись, то откладывались, то переносились, и в конце концов депутаты тихо и незаметно самоустранились от работы в ней. Да и сама Екатерина довольно быстро охладела к своему детищу. Так что, хоть Демидов и числился в этой комиссии, реальных дел и результатов ни за ним, ни за каким-либо другим ее членом не числилось. Александр Григорьевич унаследовал от своего отца несколько домов в Петербурге. А в 1761 году приобрел еще и участок земли неподалеку от столицы, так называемую Таицкую мызу, когда-то подаренную Петром I адмиралу Ивану Михайловичу Головину. На этом участке земли Демидов решил построить свой загородный Петергоф – дворец с парком и прудами. К строительству усадьбы он привлек молодого архитектора Ивана Старова, который был мужем его сестры Натальи. Демидовская усадьба в Тайцах – одно из первых строений этого знаменитого в будущем архитектора, академика и профессора. По его проектам в Петербурге скоро будут построены князь Владимирский собор, Таврический дворец и Троицкий собор Александра Невской лавры. Кому-то брак зодчего Ивана Старова и внучки миллионщика Акинфия Демидова Натальи мог бы показаться мезальянсом. Но следует иметь в виду, что Иван Егорович действительно был сказочно талантлив и быстро заслужил признание не только собратьев по ремеслу, но и самого Григория Потемкина. Старого ни в коем случае нельзя считать модным архитектором, который просто обслуживал сильных мира сего. Он вошел в число идейных соратников светлейшего князя и по его поручению много трудился над обустройством Новороссии. Ему принадлежат генеральные планы застройки новых южных городов Николаева и Екатеринослава. Готические ворота, да, это одно из тоже таких развлечений, которые имитируют стиль эпохи Средневековья. Они создавали развлечение тем, что, в общем-то, колокол находился на самом верху, вот там вот на, не знаю, может быть, вы знаете, на вот этих вот металлических дугах был подвешен колокол, и он звонил раз в полчаса, так как был соединен с механизмом часов. Поэтому готические ворота также часовой башней называются. Вот еще известно, что прогуливаясь по парку, можно было попасть из такой регулярной, строгой зоны парковой в пейзажную по очень живописному горбатому мостику. Тоже к нему можно подойти и посмотреть. Вот. Попадаем в пейзажную зону, нас встречает в каждое время разный пейзаж большой поляны, который вот преображается какими-то новыми красками в любое время суток и года. Вот. Дальше, если мы с вами двигаемся по тропинке, которую можно тоже на старых планах рассмотреть, мы попадаем в купальни, тоже там нужно было в жаркий это летний пруды? День. Это в сущности, да, такие квадратные резервуары, которые наполнялись водой из малой протоки, вот, и там можно было в жаркий летний день освежиться. Мы с вами можем о нем только, конечно, помечтать сегодня. Да, это правда. Там была молочная, березовый домик, гостевой замок, который назывался Квилленбург, что в переводе с немецкого означает «замок у ключей». Вот это сохранилось в воспоминаниях Ивана Михайловича Долгорукова, который гостил здесь, в Тайцах, у Демидовых. Строительство усадьбы началось в 1774 году и длилось 4 года. С Демидовской усадьбой в Тайцах связана одна местная легенда, согласно которой Демидов построил ее для своей больной туберкулезом дочери Софьи. Считалось, что в здешних местах какой-то особенно здоровый воздух, а вода в ближайших источниках обладает необыкновенной целительной силой. Однажды девушка, прогуливаясь по парку, повстречала молодого человека, который очень ей понравился. Но юноша был из бедной семьи, и отец Софьи запретил им видеться. Как-то во время сильной грозы Софья заметила под окном усадьбы своего возлюбленного и выбежала ему навстречу. На мокрых от ливня ступенях она подскользнулась, ударилась головой об одного из сторожевых львов и вскоре умерла. С той поры призрак несчастной влюбленной все бродит вокруг поместья Демидовых и ищет своего избранника.
В этой легенде, правда, является только то, что у Александра Демидова действительно была дочь Софья, и то, что в детстве она действительно болела туберкулезом. Но целебные воды и воздух тайцев помогли ей выздороветь, и она прожила долгую и счастливую жизнь. Вышла замуж она за Петра Головкина, графа, посвятила свою жизнь благотворительности и была пожалована в статсдамы и награждена орденом Святой Екатерины. Умерла Софья Александровна в 1831 году в возрасте 65 лет. Парк, который находится рядом с усадьбой, также представляет исторический интерес. Демидов привлек к его проектированию знаменитого немецкого инженера-гидравлика Фридриха Вильгельма Бауэра, который был архитектором набережных Екатерининского канала и реки Фонтанки в Петербурге, а также проектировал порты Кронштадта и Риги. Усадебный пейзажный парк, для которого специально насыпали искусственные холмы, был разбит на несколько тематических частей. Большая поляна, собственный сад, звезда, лабиринт, зверинец. Их разделяло множество живописных озер с островами, соединенными с материком живописными мостами. В парке была устроена декоративная водяная мельница, а также оранжерея, несколько павильонов и беседок, среди которых выделялась ротонда «Храм Солнца». Известно, что в тайцкой усадьбе для продажи имелись шелковичные фиговые деревья в катках, артишоки, арбузы. Вот все это, конечно, великолепие нуждалось в особом уходе. Для этого был построен целый такой оранжерейный комплекс, в котором создавался такой искусственный благоприятный климат. Поэт и драматург Иван Долгоруков писал: «Кто не знал под Петербургом тайц? Кто не был очарован тамошними прозрачными ручьями? Я редко видел место прелестнее и не пивал нигде такой воды, которую черпал там для прохлады из самых ключей». Увы, в послевоенное время и парк, и здание усадьбы пришли в полнейшее запустение. Сохранились лишь готические ворота у въезда в поместье и один из каменных мостов через речку. Правда, сейчас во дворце и парке ведутся восстановительные работы. Так что, возможно, в скором времени мы вновь сможем увидеть Демидовскую усадьбу во всей ее красоте и великолепии. Александру Григорьевичу принадлежала также деревня Александровка, находящаяся неподалеку от усадьбы. В этой деревне Демидовы построили церковь Александра Невского, в которой была устроена семейная усыпальница. Недавно при реставрации этой церкви обнаружили захоронение Петра Демидова, внука Александра Григорьевича. При церкви существует небольшой музей семьи Демидовых, созданный при помощи их потомков, ныне проживающих в Финляндии. Александр Григорьевич, вместо того, чтобы построить церковь, как полагалось в те времена, возле своего усадебного дома, решил сделать такой миссионерский поступок, что ли, сделать ее приходской, эту церковь. Для этого он на специально приобретенной им земле, так называемой отрезной даче, он строит деревню. Вот эта деревня Александровка, она заложена Александром Григорьевичем Демидовым. Здесь он поселил и крестьян своих переселенных с Гдовской земли, там он продал имение, Приморской дороги, и ижорцев, которые селились на территории усадебной усадьбы. Деревня, значит, прихожане, значит, церковь. И в 1790 году он пишет прошение митрополиту о разрешении построить ему церковь каменную в его имении. Разрешение дано, начинается строительство в 1791 году, а в 1794 году храм готов, его освящают во имя великого князя Александра Невского. В 1960-е годы купола и колокольня были снесены. Исследователи долгое время не располагали ни одним изображением храма и не могли сказать с точностью, каким был его первоначальный облик. Ясность в этот вопрос внесло письмо жительницы Австрии, пришедшей в местную библиотеку. Автор сообщала, что хранит альбом зарисовок, сделанных ее отцом в 1941 году. Как известно, тайцы были оккупированы гитлеровскими войсками. Офицер армии захватчиков Юрген Бертельсман сделал на досуге набросок пейзажа и отослал его родным. Сказать спасибо офицеру вермахта у меня язык не поворачивается, но так мы получили первый иконографический материал о храме работы Ивана Старого.
Правда, потом в архивах были найдены и фотографии. Когда мы достали документы из ГИОПа, и там была ссылка на то, что до 600 воспитанников императорского дома окормлялось нашим храмом. Как это, что это, почему это? Соответственно, начались поиски в архиве и узнали о том, что императорский воспитательный дом имел в Гатчине сельская экспедиция по вскармливанию детей по деревням. Вот так она сложно называлась. То есть детей подкидышей собирали, привозили в Гатчин и потом по деревням распределяли для вскармливания. До 3 лет их там вскармливали, а потом они возвращались в Гатчину, и там уже началось их воспитание и обучение. Когда императрица Мария Федоровна, вдовствующая, скончалась, ее сын, уже тогда император Николай I, провел ревизию всем ее домам, всем ее предприятием ведомства императрицы Марии. Так вот оно называлось, и потом так и осталось это название. И пришел к выводу, что императорский дом подкидывают детей, не только незаконно рожденных, но и крестьянских детей. Поэтому он прикрывает это. Детей по-прежнему раздает по деревням, но уже не возвращает в императорский дом. Они вас так и продолжают воспитываться в деревнях. Поэтому потом по совершеннолетию они получают звание мещанина. Вот, в метрических книгах где-то с 1840 года стали появляться такие записи, что в храме венчались или крестили детей мещанин такой-то. Откуда они взялись в это время? Это 1840 год, то есть крепостное право кругом. Если тут участвуют как прихожане, то в основном крестьяне. Вот оказалось, что это вот те выросшие питомцы, которые уже женились на крестьянах и так далее. То есть это, по сути, извините, да? Я уточню, это, по сути, был такой социальный лифт. Крестьянин, чтобы его ребенок не был крепостным, подкидывал его в императорский воспитательный дом. Такие случаи были. И он становился мещанином таким образом. То есть он из вот крестьянского звания выпадал. В начале 19 века Демидовская церковь оказалась связана с громким великосветским скандалом, благодаря которому она вошла в историю русской литературы. 22 августа 1829 года Анна Оленина, та самая, которой посвящены знаменитые пушкинские «Я вас любил, любовь еще быть может», записала в своем дневнике историю тайного венчания в Александровке наследницы богатейшего рода Ольги Строгановой и знатного, но небогатого кавалергарда Павла Ферзана. Карьера Ольги Строгановой кончена. Проявив всю возможную ветренность по отношению к графу Ферзину, после тайной переписки и таких же встреч она приняла решение и заставила себя похитить 1 числа июля месяца. Уже довольно давно решилась она на этот беспримерный шаг. Каждый раз, катаясь верхом вместе с сестрами, она пускалась в быстрый галоп и бросала на землю записку, которую подбирал этот господин. Вечером она притворяется, что у нее болит голова, выглядит нездоровой и взволнованной, просит разрешения удалиться, выходит в сад. Там ожидает ее Бреверн, один из сообщников. Везет на Черную речку, и они садятся на паром. Выходя, поскольку они очень спешили, Бреверн бросает Ольгу прямо с борта в экипаж, где уже оказывается Ферзен. Они отбывают в Тайце, там ожидают свидетели, Соломирский старший и Ланской. Священник согласился венчать лишь с тем условием, что ему заплатят 5000 рублей и 1000 в год. В это время в доме Строгановых горничная, войдя в комнату Ольги и не найдя ее там, сообщила эту новость графине. «Бедная мать!» Так раскрылся побег. Мать ее простила, но Ферзаны вернулись только вечером. Ольга решила ехать с мужем на маневры. «Ай да баба!» Суровая матушка Ольги сменила гнев на милость. Но зато разгневался император. Ферзан и его друзья были примерно наказаны и переведены из гвардии в армию. Впрочем, постепенно все забылось, и в 1831 году Павел Карлович возвратился в ряды кавалергардов.
При чем же тут Пушкин? А при том, что, как убедительно показала исследовательница Антония Глассе, именно этот скандал вдохновил писателя на создание знаменитой повести «Метель», написанной в Болдино через год после возмутительного побега Ферзина из Строгановой. Сам же Александр Григорьевич Демидов умер 12 февраля 1803 года в возрасте 65 лет. Он похоронен вместе с супругой на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. В завершении хотелось бы поблагодарить компанию «Селегдар», которая поддержала создание серии роликов о династии Демидовых. Кстати, «Селегдар» поддерживает не только цифровую историю, но еще и замечательные музеи. В частности, музей камня в городе Барнауле. Я побывал там и был поражен превосходной экспозицией и ораторским мастерством экскурсовода данного музея Сергея Иосифовича Бергера. Никогда не мог подумать, что экскурсия о камнях может быть настолько интересной. Алтай всегда славился, может быть, после Урала вторым местом, где декоративно-поделочные камни, яшмы, сенот. Есть среди редких камней, такие как вот, мне очень нравится хризокола. Я ее называю алтайская бирюза. Всем рекомендую, если вам вдруг доведется побывать в столице Алтайского края, непременно зайти в музей камня и поговорить с Сергеем Иосифовичем.